Всем привет, друзья! Давно не записывал видео, месяца два, наверное, уже, может, больше. Летние каникулы, отдых, размышления над дальнейшими действиями. И сейчас с новыми силами вступаю на новый путь для меня, это что-то новое. В общем, я решил заняться стартапами. Сейчас организовываю свой первый стартап. Собрал очень классную, надежную, опытную команду и буду запускать пилотный проект в Украине. Более детальную информацию я буду вылаживать на своей страничке в Facebook. В конце сентября уже будет готов лендинг по моему стартапу. Вы сможете ознакомиться, кому будет интересно, буду признателен за отзывы. Стартап в сфере обслуживания, очень интересный и перспективный, по моему мнению, и по мнению моей команды. Поэтому это такое ознакомительное видео, с помощью которого вы сможете, думаю, отслеживать и дальнейшие мои шаги. Я буду писать регулярно в своем блоге на YouTube. Так что сейчас я полностью перешел на стартап. И буду следовать этому ближайшие несколько лет точно. Так что подписывайтесь на мой канал, друзья. Всем хорошего настроения. Зарабатывайте.